Я вот художник, делаю гравировку на памятниках умерших людей. Часто заказывают изображения святых. И вот заинтересовалась этим вопросом, узнала, что нельзя делать. Толком объяснений не могу найти. Примерно, как говорят, икона места в светлом, чистом месте. Хотелось бы более подробно вот узнать. Так как в моих силах отговорить заказчиков делать это, если это нельзя. А кладбище – это очень такое чистое место. Что там плохого такого в кладбище? Это квартира, может быть, нечистая. Там всякие люди живут гневливые. Там, может быть, пьянство, мат. А кладбище – тишь, благодать, птички поют. Кресты везде, храм рядом. Люди так стараются громко не разговаривать. Даже не очень верующий смотришь, крестится. Когда вот... Ну, как-то да, так жгут свечи. Я не понимаю, что такого плохого в кладбище. Ну, что изображение святого будет, ну, как-то так не в подобающем почете. А что неподобающего в могильном камне? Вот что там в нем неподобающего? Вот интересно. Мне тоже нравится, батюшка. Это какие-то фантазии такие. Вот есть такие люди, которые сами сочиняют какие-то правила. Им бы юристами стать или это самое, депутатами.